болотоход «Север-Профи-3380». Укомплектованный для работы в непростых условиях и отдыха в труднодоступных местах для самых заядлых рыбаков и охотников. Поклейка кузова выполнена по индивидуальному заказу с использованием защитного покрытия «Раптор». Вмещает до 10 пассажиров, а спальное место рассчитано на четверых. Стационарный жидкостный отопитель и дополнительный автономный отопитель «Вебаста» не дают замерзнуть даже в суровых северных условиях. На выбор два надежных, легких и неприхотливых двигателя. Бензиновый Toyota 1JZ мощностью 180 лошадиных сил и дизельный Nissan QD32. Пространственная рама собственного производства из профилей металлической трубы с перпендикулярными усилителями предотвращает скручивание, но в то же время обеспечивает легкий вес конструкции. Каждый элемент рамы подвергается антикоррозионной обработке. Проверенные временем и доработанные мосты ГАЗ-66, раздаточные коробки от Land Cruiser 80 и Isuzu Bighorn на хорошем дорожном покрытии в основном работают на переднюю ось, но при блокировке дифференциала распределение крутящего момента происходит в равном соотношении на каждую из осей, что идеально подходит для преодоления труднопроходимых участков. Лебедка с тросом 25 метров с тяговым усилием 5 тонн. Светодиодное дополнительное освещение на крыше – 240 Вт. Внедорожные колеса сверхнизкого давления с функцией автоматической подкачки из салона. Все это обеспечивает владельцу болотохода «Север» надежность и комфорт во время эксплуатации в любых условиях.